В глубине Калахари есть бушмены, которые не имеют ни малейшего представления о существовании цивилизованного человека. Иногда они, правда, слышат гром в небе, хотя туч там и не видно. Они думают, что это боги снова объелись, и у них разболели животы. Иногда они даже видят божьи знаки в небе, что подкрепляет их догадки. Жора, нас на 58-е место поставили по уровню жизни. Слышал, да? На 58-й. Нас. На 57-м какие-то кочующие племена. Мы должны быть на 57-м. Эти в пустыне без воды и без лекарства на 57-м. У нас лекарства легко можно достать. Может, не то, что нужно, но лекарства есть. И смотри еще, раньше у нас выражение было «краша в гроб кладут». Так люди плохо жили. Сейчас одинаково выглядим, что при жизни, что в гробу. Так хорошо жить стали. Мы давно уже на 57-м месте. Мы на 57-м месте! Я нарочно громко, пусть слышит. Культура, возьми, тоже она показывает уровень жизни. У них танцы вокруг костра, когда мышь поймают на ужин. Одну на всех. Дикость такая, глаза на лоб лезут. У нас фабрик звезд больше, чем у них мышей. И мы на 58-м. Хорьки вонючие. И эти кочуют и кочуют, кочуют и кочуют. И на 57-м. Спит, бешенство, наркомания, проституция, коррупция. Это наше законное место, 57-е. Они нас на 58-е. Что-то здесь не так. Серьезно, Жор, говорю, что-то здесь не так. Надо работать исправлять.